Секрет успеха номер 13. Создайте себе репутацию скоростью работы и ответственностью. Валюта 21 века – время. Сегодня все постоянно в ужасной спешке. Покупатели, которые даже не знали, что они хотят купить этот товар или услугу, теперь хотят их вчера. В людях все меньше и меньше терпения. Лояльные клиенты способны за день сменить поставщика, если кто-то может обслужить их быстрее, чем люди, с которыми они уже работают. Мгновенное вознаграждение уже недостаточно мгновенно. Ваша задача – заслужить репутацию за скорость. Развить в себе ощущение скорости. Развить готовность к действию. Двигаться быстро при первой возможности. Двигаться быстро, когда люди хотят или требуют что-то. Двигаться быстро, как только вы видите задачу, которую нужно сделать. Когда ваш покупатель или начальник просит вас делать что-то, бросьте все остальное и сделайте задание так быстро, чтобы все удивились. Вы слышали, как говорят, если хотите, чтобы работа была сделана, поручите ее занятому человеку. Люди с репутацией быстрого исполнения привлекают к себе все больше и больше возможностей и предложений. Они получают все больше шансов сделать что-то быстрее и получить новое задание, чем те, кто просто работает спустя рукава. Когда вы сможете сочетать вашу способность определять задачу наибольшей стоимости со способностью выполнить ее быстро и хорошо, вы обнаружите, что вырвались вперед. Все больше дверей и возможностей будут открываться перед вами. Сегодня вы не сможете их даже представить.